Сады России представляют чеканка абрикоса. Для абрикосов свойственна высокая побегообразовательная способность, в связи с чем они очень долго не начинают вступать в плодоношение. Для того, чтобы ускорить срок вступления абрикосов в плодоношение, можно применить один очень легкий способ ускорения вступления его в плодоношение. Известно, что оптимальная загруженность побега абрикоса урожаем будет в том случае, если ветка не будет превышать 40-60 сантиметров. Чем короче побег, тем он более обильно будет загружен урожаем. Для этого необходимо применять чеканку побегов абрикоса в середине лета. После чеканки будет вызван вторичный рост молодых побегов абрикоса, и это приведет к повышению его урожайности. Повышение урожайности связано с тем, что в северной зоне садоводства почки, которые окажутся ниже чеканки, они достаточно хорошо пройдут подготовку к зиме, они могут заложиться именно цветочные, и это приведет к тому, что они смогут в следующем году зацвести полноценные вызревшие почки, дадут в следующем году урожай. В южной зоне картина складывается несколько иначе. Побеги, которые пойдут уже после чеканки, на них сформируются недостаточно развитые цветочные почки, которые именно смогут благоприятно пережить зиму, в связи с тем, что полное, так сказать, вызревание цветочных почек будет происходить в течение зимних и весенних оттепелей, и они смогут в южной зоне садоводства благоприятно пережить весенние возвратные заморозки, более поздно вступят в цветение и повысят урожайность абрикоса именно в южной зоне садоводства. Отдельные побеги абрикоса уже остановились в росте, что очень положительно для нас, так как они начинают именно формировать цветочные почки на своем побеге. Отдельные другие побеги растут и еще очень долго будут расти, и даже на сегодняшний момент они уже достигли высоты порядка 70 сантиметров, что нежелательно для того, чтобы они плодоносили. В связи с этим именно такие побеги, которые уже переросли в длину 60 сантиметров, мы будем их обрезать именно на эту величину. Если мы не проводим вовремя обрезку, чеканку побегов абрикоса, то что мы получаем? В итоге вырастает длинный голенастый побег, на нем недостаточно сформированные почки, недостаточно зимостойкие, лишь изредка формируются побеги. Поэтому, проведя вовремя формировку, мы именно повышаем возможность закалки, повышению зимостойкости этих цветочных почек. Чеканка также позволяет сэкономить время на весенней обрезке абрикосов. Так как абрикос – это очень сильно рослая культура, вырастает иногда до 10 и более метров, поэтому в условиях любительского садоводства есть интерес выращивать абрикос в более низкорослой форме, скажем, держать его на высоте 3-4 метра, не выше. Поэтому чеканка именно позволяет снизить силу роста и повысить урожайность. Чеканка – это необходимый элемент агротехники для садоводов-любителей, которые хотят с небольшого участка получать максимум урожая этого вкусного плода. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.